Достаньте шар из вазы. 10 фигур. Что? Почему ваза? Какая тут нахрен ваза? Так, ладно, вращаем. Слетела фигня. Все, что ли? Может, все? Может, одной фигуры хватит? Стоямба. Стоямба. 10 фигур, ты прикинь. Надо еще и не насрать здесь, ладно. Значит, надо действовать максимально маленькими детальками. То есть, максимально плотными и маленькими детальками действовать. Крутануть бы ее по-хорошему прям. Есть. Вот этот угол самый тяжелый. То есть, мы сейчас сделаем просто... Вот так вот. И момента должно нам просто хватить, чтобы еще раз крутануть ее. Стой! Стой! Собака! Ну и все равно мы укладываемся во время, и мы укладываемся по фигурам. Пойдет.